Приветствуем вас на канале Александра Калиты. Сегодня в ролике разберем вопрос, который волнует практически всех автомобилистов. Стоит ли прогревать двигатель и какой от этого эффект? Существует два абсолютно противоположных мнения на эту тему. Мы попытаемся рассмотреть вопрос со всех сторон и привести наше рассуждение к общему знаменателю. Для начала вернемся буквально на 30 лет назад. Времена прогрессивных идей и конструкций в автомобилестроении. Несмотря на то, что система распределенного впрыска уже активно внедрялась крупными производителями автомобилей, все же преобладающее число машин тех лет оснащались карбюраторной системой питания, особенно на территории нынешних стран СНГ. Наверное, уже немногие вспомнят, но многие оценят эти замечательные устройства с механической регулировкой воздушной заслонки. Плохо отрегулируемый карбюратор доставлял немало хлопот автовладельцу, особенно в зимний период эксплуатации. Именно с тех времен и идет устойчивое мнение, по сей день поддерживаемое многими мастерами и автолюбителями, что прогрев двигателю просто необходим. Регулируемая тросиком воздушная заслонка напрямую влияла на количество оборотов двигателя, и в зимний период на таких автомобилях, пока снизятся обороты до устойчивых рабочих величин, а значит двигатель прогреется, движение начинать было нежелательно, поскольку слишком велика будет нагрузка на двигатель и коробку автомобиля. У многих само собой возникает резонный вопрос. Так было давно, а что же теперь? В наше время что изменилось? А изменилось вот что. Произошла смена поколений, успешно реализованы и внедрены новые системы электронного впрыска, которые уже без участия человека самостоятельно регулируют поступление топливо-воздушной смеси в цилиндры. Тем самым выход на устойчивые рабочие обороты двигателя происходит гораздо быстрее и менее болезненно для двигателя в целом. По сути, это означает, что начало движения может произойти гораздо раньше. Более того, практически все производители современных автомобилей в инструкции по эксплуатации транспортных средств настоятельно не рекомендуют прогревать двигатель, делая упор на такие показатели, как увеличение токсичности в момент прогрева, а также увеличение расхода топлива. Конечно, можно было бы согласиться и полностью довериться производителям автомобилей, если бы не учитывался тот фактор, что наши автомобили эксплуатируются не только при положительной температуре воздуха за окном. Зимний период эксплуатации – это дополнительное время на подготовку автомобиля к движению. Зачастую этот процесс выглядит так. Пока откапываются сугробы и сметается снег с кузова, двигатель молотит на холостых. Это и есть зимний прогрев. По окончанию всех работ мы уже садимся в относительно теплый салон и наблюдаем стрелку температуры почти на своем законном рабочем месте. Можно двигаться. Но что за этот период происходит внутри двигателя? С самого первого момента запуска система управления двигателем поднимает обороты, хорошо обогащая смесь. Наверняка обращали внимание, что выхлоп сильно попахивает топливом в этот момент. Естественно, часть топлива, не успев сгореть, стекает по стенкам цилиндра вниз, в поддон, где смешивается с моторным маслом. Попутно топливо, стекая в поддон, смывает со стенок цилиндра в масляную пленку. Результатом получаем сухое трение в цилиндрах. Естественно, что резко усиливается износ. Богатая смесь также даст усиленную нагрузку на катализатор и создаст идеальные условия для формирования нагаров на распылителях форсунок и впускных клапанах. Таким образом, ближе к весне получим хорошо сформировавшийся слой нагара, который сильно изменит поведение вашего двигателя. Ситуация с прогревом дизельного автомобиля слегка отличается, и основное отличие заключается в том, что при заводе на холостых оборотах двигатель не греется от слова совсем. Для прогрева дизельному двигателю нужна нагрузка, которую можно получить только при движении. Длительный прогрев не добавит тепла в салон, не повысит рабочую температуру двигателя, зато увеличит нагрузку на сажевый фильтр за счет повышенного образования сажи. Моторное масло также пострадает из-за большего количества топлива, попадающего в поддон. На этом наш ролик подходит к концу. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу прогрева двигателя. Целесообразно или нет. На сегодня это все. Спасибо вам за ваше внимание. На сегодня это все. До новых встреч!